Говорить, есть задача какая. На самом деле она, хоть и сказано по Яндекс.Директу, это великая задача, но это задача совершенно простая. Вот шаблон. Это шаблон Яндекс.Директа. Мы его потом заливаем через программу Direct Commander. Заливаем, и получается много объявлений. То есть это метод работы с многими объявлениями. Что нужно? Предыдущий претендент попытался заполнить шаблон этот. Он сделал ряд ошибок. Я говорил это в прошлом видео, но повторюсь в двух словах. Он использовал для людей, которые знают, что набирают вот такие запросы, Керастат, лак для волос. Он использовал, по сути, разъяснение. То есть смотрите, вот, например, человек неоптит набирает, наверняка он уже знает, что такое неоптит, он поэтому он его и набирает, а он пишет инновационное средство неоптит, а людям похрен, они уже знают, что оно не инновационное, ему не нужна продажа категории. Вот. Это что сделано неправильно, что нужно сделать? Нужно оставить поле, вот это оставить. Все однословные, двусловные, все названия брендов поставить в кавычки. Только где название брендов. У меня аптит, вот здесь вижу. Вот поставить все вот это в кавычки. Вот, и, двусловные тоже стоит. То есть вот название бренда вы видите, вы разбираетесь в женской косметике. Вот вы видите, все названия бренда одиночные поставить. Здесь название бренда плюс гамма, крем, здесь не надо ставить в кавычки. Вот. А вот здесь обязательно поставить вот это слово в кавычки. Вот это в кавычки поставить, вот это в кавычки поставить. Вот это в кавычки. Что еще? Вот эти все слова оставить. Угу. Здесь вот сделать так, минус слово купить, потому что одно и то же слово показывается по раз, ну потому что если не написать вот здесь такой минус слово купить, то два объявления будут конкурировать между собой. Вот. Теперь смотрите, в это поле нужно просто вставить те ключевые слова, что есть у нас. Просто берутся все ключевые слова и ставятся в это поле. Сейчас покажу вам схему. Вот, до сюда просто ставятся все ключевые слова. Текст объявления делаем мы какой? Нам важна продажа. То есть поэтому важно продажи тем, кто заинтересован уже в этом продукте. Поэтому не нужно никакие волшебные мир баунти писать. А нужно, вот мы выбрали вот такое объявление. То есть берется, ставится цена на этот продукт, заходится на соответствующую страницу и ставится цена. И, соответственно, если цена больше, чем 2500, то пишется здесь бесплатная доставка. Если сумма товаров больше, чем 500 рублей, то ставятся пробники бесплатно. И вот вежливый быстрый курьер. Вот как выглядит, например, универсальное объявление. То есть, по сути, такое вот универсальное объявление, меняется только название заголовка, это туда входит ключевое слово, и пишется, вот здесь цена меняется, бесплатная доставка, пробник, вежливый курьер, везде остается одно и то же. То есть, ваша задача зайти на соответствующие страницы, вот здесь ссылка, Олег вам поможет. Вот здесь поле ссылка есть. И туда запихнуть эти какого
Зайти сюда, на поле страницы, вот, кликнуть и посмотреть, какая цена вот расположена на... Вот здесь будет поле ссылки. Нужно зайти по этой ссылке и посмотреть, какая цена на товар, и написать соответствующим образом вот это вот объявление, написать, ну, исходя из этой цены. То есть вот, например, объявление. Я беру, делаю. Получается. Где-то я формулу проставил. Где-то я проставил формулу, поэтому мне вот такая вот хрень. А если вот где-то вот цепанулся формула. Я беру, удаляю вот эту всю хрень. Бредятина. И ставлю. О, прекрасный. Прекрасная флейта соседа зазвучала. Так, я беру, ставлю сюда. Сюда, то есть, но цену здесь меняю. Заголовок делаю. Заголовок делаю. Делаю просто модуль форм. Но без кавычек. Вот здесь заголовок делается большую букву. Это модуль форм без кавычек. Вот так. Здесь сухует. Здесь ставлю цену. Потом сюда ставлю. Сюда ставлю так. Ссылки здесь сюда ставлю. На странице. А вот здесь я заполняю поле быстрые ссылки. Справочник болезней. Обсуждение документов, публикации, хрень какая-то. Я беру и ставлю адреса быстрых ссылок. Я сюда ставлю акции. Потом смотрю на сайт, про что у меня есть. Не очень помню. Консультации косметолога. Наверное, фишка здесь. Бесплатные, наверное, даже акции. Сейчас я уточню у профессора, можно ли бесплатные писать. Скажите, профессор, а можно писать бесплатные консультации в быстрых ссылках, если на сайте написано просто консультация? Можно. Ага, бесплатные консультации косметолога. То есть быстрые ссылки делаются без разницы со своим текстом, может, да? Не как на сайте.
А что еще можно поставить? Быстрые ссылки, акции, консультации. То, что у тебя обычно ищут с этим товаром. Вот ты, у тебя, например, есть Kerastase. Угу. Вот, запрос. И быстрые ссылки, можно его просто это, вся продукция Kerastase поставить. Он еще подсвечится хорошо. Угу. Вот, то есть дополнительный ключевик туда можно впихивать, чтобы подсвечивался. Угу. Вот. А, туда же можно пихать, сейчас скажу, что-нибудь подобрать подходящий продукт, он такой. Угу. То есть мы берем быстрые ссылки, что советует нам профессор. Вот смотрите, есть запрос, например, сухой шампунь Батиста. Вы находите страницу, то есть мы ведем на карточку товара вот это объявление, а вы находите страницу, где все посвященные, ну, бренду Батисты, и там делаете ссылку, вот здесь в быстрых ссылках на страницу вся продукция, название, ну, как бы Батисты, здесь вся продукция Kerastase, то есть ссылки для Kerastase будет, вот здесь вся Батиста. Вот это. Но я неправильно пишу, потому что я неправильный. А вы пишете правильно. Так, а здесь, так, для Kerastase будет Kerastase. Kerastase. Да. Вот. И, а здесь, естественно, проставить нужно адреса быстрых ссылок. Вот. Вот такая вот задача требуется. Не просто.